канал улица Москвы. И в этом выпуске мы прогуляемся по Пушкинской площади. Вот здесь вот по переходу вот станция метро Пушкинская, Тверская. На Чеховскую можно перейти с одной из них. А также выйти, если пойти в ту сторону по Страстному бульвару, выйти на Страстной бульвар. А вот этот выход ведет как раз на Пушкинскую площадь. Там у нас Известия, знаменитое здание. Здесь вот проходит улица Тверская. Туда будет Тверской бульвар. Туда вот восточнее будет Страстной бульвар. Ну, вот здесь вот памятник у нас великому русскому поэту, наверное, самому великому из великих, Александру Сергеевичу Пушкину. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Достойные строки. Милость к падшим. Это вещь хорошая. Только, конечно, не в том случае, если падшие начинают кого-то учить и кому-то навязывать свое мировоззрение. Так, в каком он, значит, году? Памятник сооружен в 1880-м, в 19 веке, представляете себе? Вот так вот. А прямо у нас по центру кадра располагается кинотеатр «Россия» или Московский театр мюзикла. А здесь еще стоял Страстной девичий монастырь, разрушенный в 1937 году. Вот так вот. Многие монастыри были разрушены, но не все восстановлены. Ну, Пушкинская площадь – это вообще известное довольно место. Для многих оно является местом силы. Люди любят здесь гулять, проводить время. Ну и вообще вот, ну, по соседству там Тверской, Страстной бульвар. Все бульварное кольцо, в принципе, популярно у москвичей. Туда, значит, идет у нас Малая Дмитровка. Ну, де-факто Пушкинская площадь является частью бульварного кольца, располагаясь между Тверским и Страстным бульварами. Вот как интересно тут устроен проезд вот под лестницей. Вот какой маршрутный идет? Наверное, 15-й, который раньше троллейбусом являлся. Я от номера не вижу отсюда. А нет, М10, магистральный автобус, который вроде бы как работает в круглосуточном режиме и идет до
аж до улицы Лобнинской. Это район Дмитровский. Северная окраина города. Ну что ж, раз мы здесь, прогуляемся теперь по Малой Дмитровке.